Здравствуйте! У меня в руках защитный чехол для iPad фирмы Кайса синего цвета. Когда вы достали чехол из упаковки, оказалось, что цвет у него такой приятный, глубокий синий, немножечко серым оттенком и серая подложка. Это не кожа, это искусственный материал. На ощупь отдаленно напоминает резину, но не такая, как в этих в надувных кругах, в которых плавают, а скорее приятная прорезиненная ткань. Закрывается на традиционную кнопочку. С фронтальной стороны есть логотип фирмы Кайса, он же продавлен и на обратной стороне. Этот цвет неоднородный, он такой синий с черными вкраплениями, что делает его не таким простым, поинтереснее, поэлегантнее. Проверяем. Да, привычный для всех владельцев айпадов механизм. Складываем домиком, получаем подставку. Но если закрыть, это будет напоминать скорее тетрадку. В руках у меня цвет синий, но есть и другие цвета.